Уже 9 человек на сегодняшний день стали жертвами урагана Харви в США. Стихия добралась до штата Луизиана. Местные власти просят людей не выходить из дома. Тем временем в Техасе после удара стихии льет как из ведра. Метеорологи предупреждают о наводнениях. Самая тяжелая ситуация в Хьюстоне. Здесь без крыши над головой остались 6 тысяч человек.